В Госдуме предлагают сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов очного отделения. Политики объяснили, что это позволит создать равные условия для получения образования. А для учеников это будет отличная возможность не искать подработку и сэкономить семейный бюджет. Герою труда Российской Федерации Алексею Холмакшинову присвоили звание «Почетный гражданин Мухоршибирского района». А в разрезе «Тугнуйский» ему подарили автомобиль. Алексей Юденич трудится на предприятии водителем почти 40 лет. Это шезлонг для купания. Вообще у нас в Бурятии кресло для купания. У нас в Бурятии вообще нигде его нет. Так что, дорогие колясочные коллеги, приезжайте на Щучье озеро. Здесь вообще классно. Первый пандус для спуска в воду для маломобильных граждан появился на Щучьем озере. Теперь отдых на воде станет доступным и безопасным для всех желающих. На поверхности Солнца образовалось суперпятно. Это может стать причиной сильных магнитных бурь на этой неделе. Ученые отмечают, что пятно быстро растет и уже стало одним из крупнейших в этом солнечном цикле. Магнитные бури не угрожают здоровью. Оставайтесь спокойны. Олеся Цыкина, Новости дня.